Сегодня дисциплинарный батальон покинул рядовую срочную службу, который умудрился пообедать на 28 миллионов рублей. Во время учений летом он решил подогреть на костре сухпаёк. Огонь развел рядом с новейшей моделью БТР, который был накрыт маскировочной сетью и промасленным брезентом. Видео первых объяснений бойца появилось в сети только сегодня. Где ты хотел закопать еду, разогреть? Где? Я землей копал участок, чуть-чуть поджег. Да? А где твой автомат? Вот мой автомат. А чей автомат там остался? Туши, РПГ. Как он загорелся? Как он загорелся, незаведенным? В итоге бойца приговорили к 6 месяцам дисбата. При этом суд не стал взыскивать с него материальный ущерб за уничтоженную технику. Посмотри вот теперь, блядь, на меня, блядь. Да, сидит... Как получилось, говори, блядь. Где ты хотел копать еду, разогреть, блядь? Что, где? Я землей копал участок, чуть-чуть поджег. Да? А где твой автомат? Вот мой автомат. А чей автомат там остался? Туши, блядь, РПГ, нахуй, ебаный в рот, блядь. Сын на нее, блядь, воду, хуёду, блядь. Как он загорелся, нахуй? Как он загорелся, сука, незаведённым? Ты военный полицейский, долбоёб, ты до 3 считать научись, сука. Чему вас только учат в этот ебучий военный полицейский, сука? Немощи тупорылые. До 3 ты научился считать? Нет. Так точно. 3 коротких очереди, ты знаешь, что такое? Так точно. Ты весь магазин выпустил, долбоёб. Так я вам команду скажете. Какую тебе команду, нахуй, ты самостоятельное существо, блядь. Видишь, этот хуй настолько самостоятельный, я ему сказал... Не стрелять, нахуй, он стреляет, блядь. Тебе сказал, что делать, 3 короткие очереди. Поставил на предохранитель, съебался, нахуй. Принял. Что еще может быть проще, блядь? Все снял? Да. Молодец. Ты умеешь завязывать шнурки? Никак нет. Ты хоть раз в жизни завязывал шнурки? Ну, по-армейски нет. А чем отличается по-армейски и не по-армейски? Да, по-армейски нужно через дырочки просовывать. Через какие дырочки? На ботинках. Нет, вот все, ты просунул в дырочки. Потом шнурок ты можешь завязать? Так точно. Завяжи. Что у тебя с ремнем? Я свой потерял, и мне дали этот. А где ты его потерял? В изоляторе. А что ты в бляху его не просунул? А где твои шевроны? Сдал. Кому? Нет, вы их не сдали. Где ваши шевроны? У меня у куртки замок сломался, и мне дали на замену эту. А шевроны где? Знаю, что такое шевроны. Вот, на липучках прилепляются штучки. Я их сдал вместе со своей одеждой и забыл отклеить. А куда вы одежду сдали? Я сдавал ее человеку. Человеку, да, сдавали? А где ваши перчатки? В кармане. Они в той куртке. А как вы сейчас пойдете без перчаток? Мне не холодно. Сколько вам лет? 19. На чем вы на гражданке занимались? Учился. На кого? На программиста. А чего вы шевелитесь, когда с вами офицер разговаривает? Я не знал, что нельзя. Ну-ка, давай. Короче, покажу, потом объясню, да? Давай, давай. Вот вплотную стоит. Видишь, здесь стоит. Нихуя себе. А это вот удар нижний, это что, в голень или как? Выше колена. Слышь... Либо трещина, либо ломает. Ну-ка еще серию проведи ударов. Блин, ну так. Нихуя, да? То же самое? Ну да, да. А другую можешь как-то? Ничего не. Смешанный какой-нибудь стиль.
Нихуя себе. Или вплотную просто стоит. Ну-ну. А как ты, что это за пальцами, это ты болевые точки берешь? Ну вот, кадык. Кадык? Ну по силе примерно вот. Ты занимался этим? В современной России у вас вызывает чувство гордости. Можно выбрать один или больше вариантов. Самое большое чувство гордости у меня вызывает слово «пошли бы вы все нахуй».